Спасибо, Отче, за предоставленную мне возможность выступить в такой представительной аудитории. Я первый раз выступаю на этой конференции и немножко так, может быть, угадываю с форматом своего выступления. И мое выступление, оно скорее будет таким несколько богословским, там, философским рассуждением, сколько размышлением по поводу вот миссионерской стороны, миссионерской деятельности, и будет такой носить скорее характер руководства к действию, такой практический, может быть, характер. Сама тема святость как норма жизни христианина, как вы заметили, уже претенциозная. Она уже мало того, что пафосная, еще и имеет характер некоего нарратива, некоего такого месседжа. Действительно, мы в этой формулировке постулируем некое задание, некий модус своей практической жизни, ну, вот, каких-то конкретных проявлений. И тема широкая, понятно, тут нужно правильно расставить акценты. Как вы видите, тут два ключевых таких тезиса, да, или две ключевых темы – святость и норма. Ну, поскольку тема конференции нашей «Путь святости в миру», то, наверное, о теме святости сказано уже немало. Я лишь коснусь этой проблемы, проблемы святости. Она, на мой взгляд, очень интересная. Здесь открываются очень такие широчайшие перспективы для рефлексии. И я думаю, что тут уже об этом сказано немало. Ну и проблема нормы, она тоже является для нас очень актуальной. И мы так, не задумываясь, очень часто произносим в быту вот это словечко «нормально», «ненормально». Ну, нормально быть ли с ними или ненормально? Как? Нам нормально все, как жизнь? Нормально. А что за нормально? Что такое норма? Вот здесь, как, если вглядеться в это понятие, то открывается целый ряд сложных таких вопросов, которые я хотел бы с вами сегодня обсудить. Поэтому мое выступление будет скорее такая провокация, призыв к обсуждению, и я не буду выступать долго, а лучше это время посвятим каким-то обсуждениям, каким-то вопросам. И еще очень важный момент, так сказать, в качестве вступительного слова. Какова задача? Задача не просто рассмотреть вот это понятие, сложное понятие нормы, сквозь призму вот этой такой символики света или святости, об этом я скажу, но и сформулировать какие-то смыслообразы. Потому что когда мы находимся вот в практической жизни, да, вот в обсуждении, когда мы осуществляем миссионерскую деятельность, мы не имеем права говорить на языке сложного богословия, философии. Мы должны говорить четко, понятно и образно. И вот здесь выработка этого языка образного, выработка или создание неких вот этих смыслообразов является для нас первостепенной задачей. Задача создать некую систему координат, некий, ну скажем так, некую перспективу для человека, некий
путь, да, нарисовать ему этот путь. Вот видите, я пытаюсь говорить таким образом языком. И, на мой взгляд, слово «святость», оно нам здесь очень помогает. Я думаю, тут уже сказано немало по поводу этой этимологии «святость», «свет». И еще раз только повторю, что вот создание этого образа святости, образа света, является для нас вот главным таким ориентиром. Вот эта диалектика, дихотомия света и тьмы, жизни и смерти, Бога и дьявола, вот эта двойственность, дуализм, бинарность, она и создает необходимую систему координат. И человек не может без системы координат. И, конечно, эта система координат должна лежать не в горизонтальной плоскости, да, вот не в таком вот земном формате, да, в земном измерении, а должна иметь вертикальную характеристику. Должна быть укоренена в чем-то глубинном, истинном. Она должна быть онтологична. И вот категория света и тьмы, вот эти две категории, они и создают эту нужную вертикаль и нужный объем. Вот современному человеку не хватает объемности, некой сопричастности к чему-то большему, чем это наше земное измерение. Вот мы когда ехали сюда, вот Александр встретил меня на машине, мы обратили внимание на старенький такой москвич, да, это был такой москвич, старенький, я уж не знаю, какого года, и вот мои спутники говорили, вот какая сейчас это дорогая вещь, да? Казалось бы, рухлядью, но дорогая вещь. Почему дорогая? Потому что время с ней, вот она, эта вещь была во времени, долго просуществовала. И, казалось бы, никакого рационального объяснения тому, что старые вещи для нас ценны, нет. Ну, они хрупкие, они некрасивые какие-то, уже несовременные и прочее. Но, или вот эти развалины, античные или какие-то полуистлевшие какие-то артефакты, почему такая баснословная цена этих старых артефактов? Видимо, сама сопричастность этой долгой истории и является ценной самой по себе. Видимо, здесь, или в этой оцененности человеком ветхости выражается потребность человека вот в этой перспективе вечности, перспективе исторической, что человек – существо, которое живет в другом измерении, которое соотносит себя с чем-то вечным, глубинным, далеким по времени. Они в этом посюстороннем, в этом сиюминутном существовании. Хотя, вот я бы тут дополнил предшествующего докладчика, современность, она как раз и пытается создать мир сиюминутный, мир этого момента. Это не только вот эстетика фастфуда, или антиэстетика даже, отсутствие, да, этой эстетики фастфуда. Вот эта система потребления, да, вот жизнь этим днем. И эту вечность современная система всего лишь эстетизирует. Или еще хуже, конвертирует, превращает в хороший товар, да, который хорошо продается. Но это проблема сакрализации, об этом уже было сказано в предшествующем докладе, я сейчас об этом не буду говорить. Возвращаясь к этой перспективе, к этой вертикали свет и тьма. И, конечно, святость в данном случае я бы понимал, я думаю, тут я не оригинален, уже об этом говорили, как сопричастность к свету. И именно в контексте такой этимологии, как я уже сказал, нам открывается вот эта вот широчайшая перспектива. И широчайшая онтологическая перспектива. Потому что пафос моего сообщения как раз заключается в том, что свет имеет некое онтологическое значение. Это есть субстанция нашего мира, ни много ни мало.
наш мир замешан на свете. В основе своей он имеет некую светоносность. Особенно это касается человека. Конечно, ситуация такого материального, телесного, ситуация болезни этого мира, мир во зле лежит, она понятна, она нами обсуждается. Другой вопрос, что эта испорченность, этот процесс превращения тела в темницу души, в пещеру души, она есть, эта ситуация вследствие некой ошибки. И это некое искажение плана, искажение замысла Бога о мире. Но об этом я скажу. Итак, именно в этом контексте, я так понял, что здесь хорошим тоном является цитирование Иоанна Богослова. То есть это, как вы сказали, некий такой стиль, да, вот этого проекта, мероприятия. Поэтому я еще раз вместе с вами прочитаю, да, вот это знаменитое начало Евангелия от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Еще раз, «вначале было Слово», да? «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». Ну, тут каждое слово, оно является, я не знаю, темой для докторской диссертации. Каждое слово можно комментировать, озвучивать, наделять особым звучанием и смыслом. Для нас что важно? Ключевые вещи – свет, мир, свои. Вот эти маркеры, обратите на них внимание, мы сейчас будем их обсуждать. Итак, как видите, свет лежит в основании нашего мира, свет лежит в основании человека. И вообще тема света, она такая провокативная, вы помните, и различные эзотерические учения, философские учения использовали эту тему света, метафизику света. И особое значение играет понятие света в святоотеческом наследии, в некой ортодоксальной, да, догматике. И здесь тема божественной искры, помните, да, занимает особое место вот в этой апологетической святоотеческой литературе. Кстати, ну, в качестве отступления, свет в ветхозаветном таком прочтении, я не знаю, это тоже, может быть, мы обсудим, он выражен как раз в проблеме или в вопросе теофании, богоявления. Бог является в свете. В Новом Завете здесь скорее такой пневматологический аспект и уже тема эсхатологии. Эсхатос, да, окончание, мир сгорит в огне. Как молния явится и осветит мир пришествия Христа. Парусия – это есть страшное Христово пришествие, которое в свете славы своей преображает мир, уничтожает, но при этом и сохраняет, создает нечто новое. Вот этот дуализм опять присутствует в нашем разговоре. Почему не уничтожает? Да потому что есть родство нового мира и ветхого мира. То есть земля-то, в общем,
одна и та же, только она измененная. Да, мир уничтожится, история резко закончится. Но история этого мира предполагает уже в себе восьмой день. И в этом смысле вся история уже содержит в себе в качестве некоего зародыша, некоего семени будущее Царствие Божие. И здесь поэтому нету онтологической пропасти между миром, который лежит во зле, и миром восьмого дня. И вот этот момент, он для нас очень важен. Его и проецируем, и нужно проецировать на человека, потому что в человеке как раз и есть эта двойственность, эта бинарность. Да, человек греховное, дурное существо, но по сути своей это существо богоподобное, светоносное. И вот опять же эта бинарность, опять же этот парадокс. Вообще тема парадокса, она особая тема, и, конечно, христианство, оно парадоксально. Парадокс как изменение, опять же, привычного нам мира. А метаноя, покаяние, это ли не изменение, это ли не парадокс, когда вопреки здравому смыслу и вопреки рациональному, естественному существованию человек поступает иначе. Хочешь быть богатым, раздай все бедным. Хочешь быть великим, стань простым, как ребенок. Вот этот парадоксальный характер, он тоже является нормой, но это другая тема. Парадокс как норма, тут тоже не менее ультимативно, да, мы тут заявляем, как руководство действия. Да, мы видим, что вот в этой бинарности проявляется некая диалектика. Диалектика того, что с одной стороны человек – это процесс некоего свободного саморазвития, самоутверждения. И в этом смысле образ света является для нас очень иллюстративным. Свет, он и есть процесс. Процесс самотождественный, процесс самодостаточный. Свет светит, и тьма не может объять его. И в этом смысле он, свет не может стоять на месте. Он всегда устремлен, он всегда активен, он всегда распространяется. И вот человек тоже не может быть статичным. Это есть процесс, процесс изменения, процесс роста. Вот этот момент очень интересный, процесс роста. И здесь этот процесс, вы меня простите, немножко тоже прокомментирую предшествующего докладчика, к сожалению, нет. Ведь то, что Штемблер называл новоевропейской, да, европейской цивилизацией, фаустовской цивилизацией, ведь и не просто интерпретируют, а каким-то образом берет на вооружение и в рамках вот современной действительности, безусловно, искажает этот удивительный пафос возрастания, пафос полета. И научно-технический прогресс – это и есть пафос полета, это и есть потребность человека возрастать, стремиться во всех отношениях, во всех сферах жизни, и в том числе в научно-технической. Отсюда, кстати, пафос Николая Федорова, помните, который пытался аргументировать с точки зрения онтологической, да, религиозный, вот этот научно-технический прогресс. Ну, понятно, что он, скажем, вычленял лишь одну сторону, и вот некий такой процесс онтологического, да, изменения, он как-то обходил стороной, отсюда и вся критика. Но главное, что он уловил, это некое стремление к росту, стремление к развитию. И эта западная цивилизация, научно-техническая, она, безусловно, использует этот пафос. Но этот пафос, безусловно, направлен, как правильно сказал предшествующий докладчик, вне Бога. Здесь такой люциферианский пафос самовозрастания. Осталась только сила, модус, но направлена она уже в другую сторону. Итак, да, мы видим, что именно в контексте процессуальной антропологии нам и нужно понимать человека, что человек – это процесс, это очень важно.
В какую сторону будет направлен этот процесс? Вот эта проблема. А вот что определяет эту сторону? И вот здесь другая сторона вот этой антиномии. Человек есть нечто качественно отличное от всего иного. И в чем должна быть выражена эта качественность, его субстанциальность, его человечность, особенность? И какие критерии здесь возможны? И здесь я в качестве основной провокации, да, вам предлагаю понятие нормы. Именно посредством категории нормы и возможно определить человеческую идентичность. Человека в связи с этим можно понимать как некое четкое задание. Мы не просто стремимся к чему-то, человек не просто стремится, он стремится к достижению конкретной цели. И что это за конкретная цель? Вот для нас и важно. И только как раз с соотнесением себя с чем-то незыблемым, с чем-то настоящим, с чем-то неподвижным, с чем-то вечным и возможен процесс. Процесс движения возможно лишь относительно чего-то неподвижного. Когда мы едем по дороге, мы едем почему? Говорим, что мы едем, потому что мимо нас проносятся столбы, они стоят, а мы едем. Ну, простите за такой, может быть, грубый пример, но духовная жизнь – это тоже процесс движения, возрастания относительно сопричастности, как сопричастность относительно каким-то незыблемым категориям. И вот здесь возникает проблема. Проблема характера вот этой незыблемости. Мы живем в эпоху господства релятивизма, в эпоху, когда все настоящее объявляется продуктом человеческого мышления. Вы, наверное, знакомы с таким концептом, как окна Овертона. Да, это вот такой концепт, который превращает все в пустышку, все в продукт некой договоренности. Корни, конечно, лежат в философии нового времени, в этой эстетике Джорджа Лока, помните, человек табула раса. Никакой природы изначально человека нет, это чистая доска, что хотим, то и напишем. Что напишем, таким и будет человек. По этому пути шла наша советская педагогика, нам говорили, хотите советского человека, мы сделаем вам советского человека, поместим его с самого рождения в социальную среду, и вот какова социальная среда, таков и человек, да, в этом пафос, помните, марксистского тезиса, бытие определяет сознание, да, вот все социальные отношения, в которые входит человек, они определяют его сущность, его личность. Как видите, вот этот принцип релятивизма, все относительно, он как раз нивелирует вот эти основополагающие маркеры, некие точки, относительно которых мы можем себя соотносить, относительно которых мы можем говорить, растем мы или нет. Потому что все оказывается результатом договоренности. Справедливость – это то, о чем мы договоримся. И поэтому наша справедливость от справедливости средневековой очень отличается. Или человек – это то, о чем мы договоримся. Человек эпохи там, Возрождения – не то же самое, что человек эпохи средневековья или нашей эпохи. Да? Все есть результат обстоятельств, в которых мы находимся. Вот пафос моего сообщения как раз заключается в антитезе этому принципу, что, безусловно, есть эти незыблемые основания, которые и полагаются в основании нормы нашего бытия. И именно эти основания являются для нас терапевтичными, являются для нас способом этого духовного роста и спасения. Действительно, норма, она определяет или определивает жизнь человека. Кстати, если вернуться к этому принципу релятивизма, скажут, что норма – это нечто непонятное. Да? Вот сегодня она одна, завтра другая, у космонавтов она одна, у пенсионеров другая. И в этом
мы тоже можем увидеть некие, для нашей точки зрения, некое преимущество. Действительно, здесь парадоксальный, может быть, ход мысли, который нам поможет. Сила нормы как раз заключается в том, что она отсутствует. И в ее отсутствии она становится более существенной, чем что-либо. В этом смысле, да, норма как гипотетическое понятие, как некое, некий идеал, с которым соотносит себя человек, и с которым он не может себя не соотносить. И вот этот, и этим идеалом и является, конечно, Бог. Бог и есть та норма, с которой может и должен соотносить себя человек. У Флоренского, у Павла Флоренского есть великолепный образ, кажется, это вот разделов мысли в тексте, где он сравнивает мораль и нравственность, а мораль и нравственность – это и есть нормы, которые, как человек, как правило, и критикуются, да, релятивистами, с сетью. Вот сеть, она соткана из узлов. И вот эти узлы, они создают вот некую сеть самой из этих ячеек. Флоренский говорит, мы набрасываем сеть на бушующее море повседневности, и когда вокруг эта буря, в рамках этой сети является некое спокойствие, некий такой гавань, да, вот этот образ гавани, вы помните, он часто в святоотеческом наследии присутствует. И вот человек, оказывается, и ищет этого фундамента, этого камня, на котором можно устоять. Отсюда иконографические образы, помните, камни у ног святых, да, вот, Спаситель, Богородица, они всегда находятся, их ноги стоят на неком камне, на неком основании. Это фундамент, это основа. И эта основа, она онтологически укоренена, ее невозможно оспорить. Она надисторична, она внеисторична, надгеографична. И вот этот тезис нам и нужно доказывать. Этот тезис, из этого тезиса нам и нужно исходить при этом. Итак, Бог, повторю, и есть та норма, с которой должен и может соотносить себя человек. А вот здесь очень интересная связь между этими глаголами «может» и «должен». Действительно, это руководство к действию, и мы должны потому, что мы можем, и мы можем потому, что должны. И здесь я немножко загляну в такой богословский аспект, может быть, это мы обсудим с вами. Ведь все, что касается человека, распространяется и на весь мир. Адам в себе самом содержал всю природу, да? Он был центром природы. И это тоже такой классический тезис, догматический. С грехопадением Адама исказилась и вся природа. С освящением Адама освящается вся природа. Вот интересный сюжет я тут прочитал уже, ну, где-то год тому назад. Ученые, какие-то биологи в северных морях заметили такую тенденцию. Они увидели, что растет количество каннибализма среди тюленей. Тюлени стали пожирать себе подобных. То есть они уже не ловят рыбу, они заползают там своими телодвижениями в соседнюю, где лежат эти лёжку, да, и пожирают вот этих маленьких тюленят. И понятно, что каннибализм – это такое уродство, которое существует в природе, но оно действительно уродство, это патология, это нечто ненормальное, аномалия. Аномалия. А ученые говорят, что это сегодня становится нормой. То есть это становится некой тенденцией, захватывающей все больше и больше популяции. Еще они обратили внимание на то, что тюлени уже убивают каких-то там ластоногих дельфинов, я обратил внимание, просто ради удовольствия. Вот интересный факт. Никогда в природе, кроме человека, да, никто не убивает ради удовольствия. А вот животные эти убивают, и раньше такого не было. Ну, конечно, у ученых один ответ. Глобальное потепление климата, да? Но мы можем и по-другому, с духовной точки зрения посмотреть.
что вот та одемоненность, которая наблюдается в современном мире, она распространяется на всю природу. Адам одемоненный, он приводит к этому состоянию и всю природу, все живое. И наоборот, освященный Адам освещает всю природу. Вот здесь, конечно, руководство к действию. И что интересно, если вернуться к вот этому тезису, может и должны, тезис такой. Именно потому и возможно стало боговоплощение, что в природе человечества изначально уже заложен образ Божий. И наоборот, в природе человека есть образ Божий, потому что должно было состояться боговоплощение. То есть боговоплощение – это не просто своеволие Бога. Мы можем своеволие или всемогущество Бога использовать как ключ от всех дверей. Да, ну, захотел – сделал, все, дальше наш разум должен остановиться. Да, мы можем так говорить, но важно ведь не то, что мы говорим, важно, зачем мы говорим, да, и что нам принесет то, что мы сказали. И, конечно, вот этот тезис, что в человечестве уже заложено некое основание будущего боговоплощения, что боговоплощение не на пустом месте по своеволию Божьему, а оно онтологически, естественно, человеку и миру, является для нас руководством к действию, является для нас тому, чтобы мы вспомнили об этом, чтобы мы реализовали в себе вот это основание, которое в нас заложено. Итак, действительно, здесь диалектика подобия и образа. Образ и подобие заложены в человеке, и именно это является для нас тем основанием, тем началом, с которого все началось. Действительно, начало как некий замысел, как проект, в котором уже все состоялось. И вся история есть последовательное развитие этого божественного проекта. А в начале это был свет. Именно начало, как светоносное начало, как начало изначально возрастания в Боге, вот что такое начало. Начало, которое в себе содержит уже все потенции. Помните этот сюжет Николая Кузанского, да? Бог как разворачивающийся, да? Как все содержится в неком свернутом виде, и вся история, вся природа есть разворачивание Бога. Но это такой христианский пантеизм Николая Кузанского, сложная тема, не будем об этом говорить. Итак, сложность в том, что творение свободно, и значит, есть вероятность ошибка в этом свободном самоопределении твари. Не без участия инфернального проект был искажен. Адам совершил ошибку, амартия, грех, да, буквально попадание мимо цели. Кидаем дротики, промахиваемся, да, там мяч, промахиваемся мимо. Вот этот промах, он безусловно был следствием того, что свобода, она способна к ошибке. Это не значит, что он должен был ошибиться. Это значит вероятность ошибки. Не без участия инфернального, который подтолкнул Адама и Еву. Помните, у святых отцов есть такой образ детей, да, что Адам и Ева, они обладали таким детским сознанием, и поэтому их легко было обмануть. И отсюда, может быть, таким рудиментарным видом, рудиментарным характером обладает вот это в нашей православной традиции допущение к причастию детей до 6 лет, да, до 6-7 лет. И, видимо, это эдемское состояние. Я сам работаю в православной гимназии учителем в начальных классах, первые, вторые, третьи классы. Так я буквально напрямую с... Знаете, когда дети говорят «репортаж из Эдема». Вот буквально «репортаж из Эдема». И ангелоподобные эти сущности, которые, конечно, уже где-то мы можем увидеть, это искаженность нашим миром, но, безусловно, этот модус в детском существе, в детском сознании, в детской душе, он еще чист, он еще явлен. Это великолепно. Итак, действительно, сложность в том, чтобы творение свободно, как я уже сказал. Проект был искажен, и чтобы восстановить этот модус существования в твари, в мире приходит Спаситель. И вот здесь, как я уже сказал, свои не узнали его,
Свои. Кто такие свои? Не чужие, а свои. Здесь мы и видим это онтологическое родство между человеком и миром. В человеке уже заложен Христос. В каждом из нас живет Христос. Как Тертуллиан говорил, да, душа по природе христианка. И здесь свои, но эти свои уже искажены. И они уже не узнали. Вот эта тема неузнавания, она очень важна. Это и есть симптоматика болезни. И начинается восстановление твари посредством некого, ну, вот этого божественного кенозиса. И все земное служение Спасителя было и должно пониматься нами как пробуждение заложенного в человеке изначально. Пробуждение света или освящения теозис. Я бы вспомнил, это тоже смыслообраз, видите, мы говорим такими гештальтами, такими смыслообразами, у Климента Александрийского. Это тема сна и бодрствования, об этом уже было сегодня сказано. Мы спим, будучи во тьме. Наш мир – это сон, это морок, в котором мы крутимся, вертимся, в которое все не имеет сущностного, субстанциального характера. Это морок, это сон. И мы должны проснуться. И проснуться мы должны от этого яркого света, который нас должен разбудить. Находиться в свете, видеть свет и то, что есть, да, по-настоящему. В этом и есть наша задача. Проснуться. Отсюда вот этот христианский гностик Климента Александрийского, как проснувшийся в этом общем сне. Очень интересный сюжет. А это руководство к действию. Это и есть не просто манифестация. Это некий императив, да? Необходимо, нам нужно проснуться. Итак, в связи с этим боговоплощение есть не только средство искупления от греха, это особая богословская тема, но и возведение человека к Богу-человечеству, которому он призван в сотворении. И здесь, как я уже сказал, и освящение мира. И так и нужно понимать земное служение Спасителя. Ну, в частности, у Иоанна, не могу не прочитать эти выдержки. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». Или Иоанн 9:5: «Доколе я в мире, я свет миру». Да? Или вот: «И вот благовестие», Иоанн 1:5, «которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Опять же, вот это воззвание к светоносной природе человека, Царство Божие внутри вас есть, да? Оно является основным таким сюжетом, смыслообразом, которое мы можем увидеть в земном служении Спасителя. И еще раз напомню, да, что это не просто морально-нравственная какая-то, какой-то морально-нравственный разговор. Это имеет, безусловно, глубочайший онтологический характер. Здесь человек воплощает весь мир, он освещает собой мир. И здесь интересный образ, и опять же для нас такой смыслообраз мы можем найти и встречаем у протоиерея Сергия Булгакова. Он этот, скажем так, светоносное начало мира и человека называет Софией. Действительно, София, как, кстати говоря, в иконографической традиции часто изображен как огнеподобный ангел. Да? Помните, вот это София Новгородская, этот образ, в котором столько эстетизировали, столько философствовали русские философы. И вообще, это такая тема очень интересная. И западные философы об этом говорили. Это, конечно, образ, который приходит к нам, это западная традиция. Но в любом случае, сам образ огнеподобного ангела, который олицетворяет душу мира, олицетворяет некий сердцевину, средоточие, смысл нашего мира, он очень интересен. Ну вот давайте прочту
Сергея Булгакова. Очень хорошая цитата, которая будет иллюстрировать как раз наш разговор. «Мир в бытие своем есть создание Божие. Он положен творческим, да будет. Но в содержании своем он не есть произвольное измышление, каприз, абсолюта, за каковой мир принимается в системах религиозного детерминизма или предопределения. Но он имеет божественное основание и божественное содержание, вмещает некую божественную реальность. Эта реальность есть божественная София, образ которой и есть основание мира, как тварной Софии. Иными словами, мир содержит в себе нечто божественное и для Бога, как его самооткровение. И поэтому он не случайен, не произволен в своем существовании, но в себе имеет для бытия своего достаточное основание, нерушимое в божественности своей и для самого Творца. Взаимодействие Бога с миром основано на взаимоотношении Софии Божественной и Тварной. Мир сотворен, но и не только сотворен, ибо в своем первообразе, в своей идее он и вовсе не сотворен, но предвечно есть в Боге, как его же Божественный мир, премудрости Божией, как Слово Его Слово, как Слово Его Слово и как дыхание Его Духа». Потрясающие слова. Действительно, и он мир не случайен, он имеет божественное основание. Это и есть начало. В начале уже все содержится, вся история, все, весь модус нашего существования. И самое главное, что вот это четко определенная причина нашего существования, нашего мира. И здесь хороший термин мы можем найти в античной философии, в частности, у Аристотеля есть хороший термин, и сам Булгаков тоже использует его в понимании Софии как цели причины нашего мира. Интеллехия. Аристотель использует это слово как причину, которая лежит в будущем. Вот интересно, все, кто мы тут собрались, мы некоторое время назад планировали, да, наше присутствие здесь. И вот этот образ, который еще не состоялся, который лишь был гипотетическим нашим предположением, он определял нашу жизнь в течение определенного отрезка времени. Мы подстраивали свои планы, мы готовились какие-то, может быть, искали тезисы, да, сформулировали. То есть на определенный момент времени мы определены были будущим, которое еще не состоялось. Тут извините за такой, может быть, более земной пример, чтобы было более понятно. Вот головастик. Да, головастик, он претерпевает разные метаморфозы. Хвостик у него отвалится, лапки вырастут. Но почему его так... Почему он так, с ним такие вещи происходят? Потому что его изменения предопределены будущим, будущей лягушкой, которой он должен стать. То есть в его изменении, причина его изменений лежит в будущем. Не в прошлом, а в будущем. Это очень интересный проект, который, кстати говоря, был задвинут куда-то на периферии. Вы помните, да, что это такой ламарковский сюжет, Ламарк об этом таком, этот алгоритм использовал для понимания эволюции. А вот современность, да, пошла по пути Дарвинизма, где причинно-следственные связи, они являются как раз причинами того, что с нами происходит. А мне так кажется, если мы изменим перспективу нашего восприятия и увидим, что наше настоящее определяется будущим, именно в будущем лежит наша причина всех наших событий, которые с нами происходят. В этом эсхатоне, в восьмом дне, который должен состояться, и в основании нашего мира как раз и лежит вот эти все причины, вот эти последствия того, что должно только состояться. Вот таким парадоксальным языком я сейчас говорю. Итак, если вернуться к пафосу, да, моего доклада, именно эта картина и позволяет нам нарисовать некий образ всего сущего и нас. У Булгакова тоже есть в «Свете невечернем», есть интересный, кстати, это из «Агнца Божьей» цитата, а вот из «Света невечернего». Интересно,
Каждое существо имеет свою идею норму. Оно ищет и творит себя по определенному ему одному, его идее свойственному образу. Но это потому, что оно в сверхвременной природе своей имеет эту идею как единственное подлинное бытие свое. То онтос он, как свою неповторяемую и ни с чем не смешиваемую индивидуальность. И только потому ему и задана именно эта идея, и осуществляя ее, ею и в ней оно входит в организм Софии, становится причастным де кайпан. То есть здесь мы видим, что норма, у каждого есть норма-идея. Мы все подчинены некой норме, как онтологическому, как онтологической вот этой цели причине. Другой вопрос, что нормально ли наше существование или нет? И пафос моего сообщения как раз заключается в том, что нормальным-то существованием и является для нас светоносность, святость, как некий процесс развития и сопричастности Богу, как процесс онтологически естественный для нас. Мы естественным образом, нормально для нас является некой нормой стремиться к Богу как освящению. И ненормально является для нас отхождение от Бога. И как видите, обращение к природе, обращение к некоему сущностному основанию нашей жизни и всего мира и является причиной нашего вот такого жесткого руководства к действию. Да, святость как норма жизни. Все остальное не норма. Все остальное не нормальность. Другой вопрос, что святость это, ну, высший пилотаж. Святость это нельзя сказать недостижимое, да, но это некий такой идеальный образ, доступен немногим. Знаете, есть такая поговорка: нет здоровых людей, есть недообследованные. Особенно она актуальна сегодня, когда развиваются новые технологии, как раз, которые, оказывается, иллюстрируют, что нет здоровых людей. Но это не значит, что мы не боремся за здоровье. Это не значит, что мы не хотим быть здоровыми. А что это такое здоровье на фоне того, что нет здоровья? А что такое норма на фоне того, что нет нормы? И вот и здесь возникает этот идеал, образ, к которому мы стремимся, и оказывается, который в нас самих уже заложен. Вот эта светоносность, эта святость, есть некий идеал, как абсолютное духовное здоровье, которому мы все предназначены. И именно в этом контексте мы и должны выстраивать свою жизнь. И в связи с этим я хочу закончить всем нам известными словами я их оставил на другом источнике все взял. Когда мы в молитвословии, тезисы собирать, я понял, что все ближе, все никуда ходить не надо. Утреннее правило читаем, и постоянно мы видим, да, просвети наши очи мысленные, да, освети, просвети. Мы просим просвещения, мы просим света, который оказывается в нас заложен, который затемнен нашими страстями, затемнен нашей суетой, которую не видим в этом мороке нашей повседневности. И наша задача действительно проснуться, увидеть этот свет в себе самих и в нашем мире, который тоже в основе своей имеет божественный свет. Спасибо за внимание. Когда Павел цитирует первый христианский рифм, восстание спящий и воскресение из мертвых, просвети тебя Христос. Видимо, это цитата из первого христианских община гимна. И вот еще раз хочу подчеркнуть, что он экологически. Постулаты, которые вы сказали, они очень полезны, потому
греха не только как промаха мимо цели, но и как болезни, от которой можно излечиться. Это свойственно, собственно, православному миросозерцанию. И еще одну цитату вспомнил из недавно почившего очень известного петербургского поэта, известного, пожалуй, по одной из своих песен, хотя было очень много переводов Священного Писания, божественной литургии и каких-то размышлений на христианские темы, Андрей Лохманский, самая известная песня, которую все, наверное, знают, «Над небом голубым», да, поэт. Спасибо за доклад. Я не совсем понял, почему вы исключили категорию «Бог» из конвенциональных терминов. Всем известно, что понятие «Бог» так же изменчиво, как любое другое понятие. Например, книга Карена Армстронга «История Бога» — это такая обзорная книга, которая начинает, кстати, с Аристотеля, рассматривает понятие «Бога», и каждый век понимает «Бога» несколько по-своему, поэтому, когда я слышу, что Бог для нас норма, я не знаю, о чем будет речь. Во-вторых, есть книга Кристофера Хитчинса «Die for Great», не знаю, как она в русском переводе, он там доказывает, что Бог моральный урод, и я с ним согласен. Если мы будем брать пример с Бога, библейского Бога, который топит людей, который разрывает младенцев, то, извините, я не знаю, к чему вы призываете. Это первый вопрос. Спасибо. Сложный вопрос. Что касается интерпретации различного прочтения понятия Бога, да. Тут надо искать общий знаменатель. Тут надо искать некое общее. И здесь как-то я слышал простые такие слова нашего патриарха. Он хорошо сказал, что да, разные народы, культуры, история, но у всех существует некое одно общее ощущение, одно общее чувство, чувство справедливости, чувство некого естественного хода мысли, хода жизни. И вот, наверное, здесь нужно идти не таким номиналистическим путем, а вот таким реалистическим, в средневековом смысле, алгоритмом. Действительно, Бог как категория, она одна, она едина, но она преломляется сквозь призму различных представлений. Это как у нас солнце, да, вот солнце, говорят в Петербурге, вот вы знаете, какое в Петербурге солнце, да, но оно же есть, да, вот мы сегодня видим, что оно все-таки есть. Это не значит, что оно всегда, оно именно такое, да, оно просто в силу климатических условий так воспринимается. Вот наша задача как раз увидеть вот то основополагающее, то основное, что скрывается за всеми вот этими нанесениями культурно-историческими. Это сложно. И здесь, опять же, христианская проповедь, Слово Божие, оно как раз является ключом для этого ощущения Бога. Мы можем Бога увидеть как ту незыблемую, объективную истину, лишь прислушавшись к себе, да, и соблюдая вот тот завет, который нам оставляет Господь. Когда мы сопричастны Слову Божьему, ну и, конечно, здесь важный момент участия в таинствах. Сопричастность таинства Евхаристии, Евхаристии, оно для нас тоже является очень важным аспектом, раскрывающим наши глаза, наше духовное зрение. Кстати, здесь тоже очень интересный символический сюжет. Я не помню, напомните мне, пожалуйста, святой, который изображался с щипчиками. Здесь аллегория того, что уголь святого... Клещами, да.
Да, вот видите, то есть мы говорим о том, что тело Христово – это уголь, огонь, которому мы готовимся к принятию которого, который освещает, который попаляет, и здесь тоже своя символика света, да, света, который освещает наш внутренний мир. И все-таки я напомню, что важно, что мы говорим. Конечно, вот релятивисты, они как раз и говорят о том, что да, Бог – это тоже пустышка, которую мы наделяем содержанием. Каким наполнен содержанием, таким и таким оно будет. Вопрос, что нам дает эта позиция. Мы с помощью разума можем аргументировать как угодно, красиво или некрасиво, изящно, но каковы последствия? И вот мы видим, что современная цивилизация последствиями своими имеет этот релятивизм, как одемоненность всего мира. И здесь уже все искажается, стираются границы между полами, между сущностями вещей, и это страшно. Я бы хотел уточнить, я не знаю, кто писал эту грамоту или футляр, который предполагает, что у всех народов общий знаменатель, вы, наверное, знаете, работу Рудольфа Вольфа Отто «Священный», где он будет понятен луминозного и приурочивает его как раз к общечеловеческому фактору переживания Бога, но там люди не выходят из язычества. Когда вы же говорите, что при понятии Бога нужно прислушиваться к себе, вот тут как раз наступает основной конфликт. Наверное, прислушиваются к себе, католики прислушиваются к себе, и некоторые прислушиваются к себе и говорят, что Бога нет. Поэтому ваш призыв остается, в принципе, пустым. Если вспомнить еще то, что вы цитировали, «Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы», то богословие будет против, современное богословие, я не говорю, я богослов, писавший эти замечательные слова. Современное богословие скажет, хоть у него там нет никакой тьмы, но он сказал, идите от меня проклятые, Богу вечный. Если это не тьма, тогда что же тьма? Да, сложный вопрос. Тема апокатастасиса, она тоже провокативная. Я могу поговорить с вами на эту тему. Я здесь больше оптимист, вслед за Сергеем Булгаковым, конечно. Об этом я упомянул, что Бог как творение, Бог свое творение не может уничтожить. Ну, опять же, тут мы вступаем на такую зыбкую почву, зыбкое поле дискуссий. Что касается... Опять же, тьмы, релятивизма, ну да, тут можно по-разному, разные использовать язык, опять же, вот, но мне кажется, что тут диалектика света и тьмы, она для нас, как я сказал вначале, является неким манифестом, неким таким предопределяющим нашу конкретную практическую жизнь. Этот дуализм, он прост. И в этой простоте, ну, есть своя терапевтическая сила, безусловно. Да, конечно, есть различные представления о Боге в контексте современного богословия, и тема «Ничто», и тема апокатастасиса, тема открытая. Так это и славно, потому что речь идет о жизни нашей веры, о жизни богословия. И было бы плохо, если бы таких разговоров бы не было, разночтений не было. Это говорит о том, что наше мышление не кондово, оно не зацементировано, оно развивается, оно живет. И в этом творческом поиске как раз есть смысл нашего развития, богословского в том числе. Конечно, анекдота. Пару месяцев назад американские социологи решили выяснить, как представляют, визуализируют Бога рядовые американцы. Они взяли художника и по описанию репрезентативной группы сделали фоторобот. Он доступен в интернете. Так вот, оказался визуализация этих представлений рядовых американцев. Этот бог оказался очень похож на Илона Маска. Это человек, который очень часто мелькает в СМИ, в телевизор и так далее. Поэтому... То есть, это к разговору о типичности, да? Да, о представлении. Да. Если позвольте еще небольшой вопрос, спасибо за ответы. Вопрос такой, есть.
представлена в своей будущности, мы как проект развиваемся, но дает ли нам это основание классифицировать некоторых людей как отстающих, недоразвитых в этом прогрессе? Например, там бабочка все никак не может стать гусеницей, или ребенок даун или больной дебилом не может стать взрослым, это болезнь. Если у нас есть концепт человека, как вы его постулируете, то, естественно, по отношению к нему мы можем сказать о недочеловеке. И не противоречит ли эта концепция, мне кажется, сильно противоречит, притче о талантах? Ух, провокативный вопрос, спасибо вам. Конечно, я тут не призываю к такому христианскому расизму, да, ни в коем случае. Здесь хороший сюжет, он положен в основании нашего отношения к духовной жизни. Это тема болезни. Болезнь и здоровье, конечно. Кто-то духовная болезнь, безусловно, это категория естественная для нашего понимания. Люди больны в духовном смысле и здоровы. И вопрос только в том, что насколько люди сами стремятся к тому, чтобы излечиться. И опять же, этот смыслообраз, этот гештальт, если хотите, спящего и бодрствующего. Да, люди могут проснуться, но они не хотят просыпаться. И оказывается, человеческая природа, она весьма слаба, формативна. Ее легко отформатировать. И здесь воздействие на человека, оно огромное, средство массовой информации сегодня. И, конечно, противостоять этим искушениям сегодня намного сложнее, чем прежде, когда речь идет о воздействии на душу такими изощренными технологическими средствами. Поэтому, конечно, тут нужно, опять же, с пониманием проблемы к этому подходить. И самое главное, что видеть или стараться увидеть в каждом человеке образ Божий. И вот если человек увидит этот образ Божий, а его невозможно уничтожить до конца. Вот в чем дело. Эту искру Божию уничтожить невозможно. Она, ее можно сделать так, что она будет не видно, да, плохо видно. Но уничтожить ее до конца невозможно. И вот здесь есть основания для того, что вот мы говорили о любви. Да, вот как мы, на каком основании будет строиться наша любовь? А на основании того, что мы видим в человеке образ Божий. И мы понимаем, что мы все одного рода племени, да, мы все люди. И вот этот вот, не хочется впадать в этот гуманистический такой пафос, да, но он дискредитирован полностью, да, себя вот этой европейской либеральной демократии. Но опять же, увидеть то, что мы все принадлежим к некому одному роду. В этом, кстати, и преимущество человека. Тоже интересный момент. Сложный вопрос, да, для понимания. Христос как подобно человеку приходит в наш мир. Почему подобно человеку, часто задаются вопросы. И здесь как раз вот это подобно человеку, потому что человек, Христос, он был как все человеки. Он себя, он был неким объединяющим все человечество человеком. А мы, современные люди, вообще люди, а мы атомизированные, каждый по себе, каждый сам по себе. И вот эта попытка выйти из этой атомарности, она как раз к всечеловечности рода, вот это очень интересный момент, и он является для нас смыслом и как раз сопряженным с любовью, опять же. Что нельзя сказать, например, про ангельский собор, да? Не род, а собор, там другая ситуация. А вот человеческий род, он как раз имеет в себе этот общий знаменатель на уровне некой онтологии и природы человеческой. Вот так бы я ответил на ваш вопрос. Спасибо вам за вопросы. Последний короткий вопрос, последний короткий ответ, и потом дискуссию переносим уже на личное общение. Если никого нет, у меня есть. Готов слушать вас долго-долго. Интересные вопросы. Андрей Владимирович, много лет занимаюсь возвращением людей в Новой Православной Церкви. И один из этапов возвращения – это чинение, отречение от оккультизма и сатанизма.
В этом чтении есть перечень вопросов, среди которых есть вопрос о судьбе. В судьбе в смысле фатум, да? Неизбежности. И здесь же предопределенность. И, соответственно, есть ответ на мой вопрос, который я сейчас задавал, но мне бы хотелось и себя проверить, и вас. Хорошо. То есть, как вы соотнесли бы, какими словами, соотнесли бы отсутствие судьбы в человеке, в смысле предопределенности? Вы так меня уже изначально встраиваете в смысл определенный, а я вообще не отрицаю судьбу, я фаталист в этом смысле. И все предопределено, мое мнение. Другой вопрос, как это согласуется со свободой воли? Вы об этом хотите сказать? Конечно, я сейчас отвечу. Значит, спасибо, хороший вопрос. Я, конечно, вся логика моего доклада, она как раз говорила о том, что интеллехия, как некая цель-причина, предопределяет вот все то, что с нами происходит, и всю историю человечества. Она уже предопределена. Есть хороший сюжет. Ветхий и Новый Завет. Ветхий Завет как некий прообраз, как тень здания или собора нового, как чертеж, да, вот некая диалектика образа и подобия. Вот это очень интересная диалектика. Водителя к Христу. Да. Ветхий Завет где-то водитель. Да, конечно. Ну вот между Ветхим Заветом и Новым Заветом, безусловно, существует некая онтологическая связь, некое подобие. Вот об этом подобии я акцентировал, на этом подобии я акцентировал внимание. Но что касается вашего вопроса, я бы тут сравнил, я не помню, где-то я читал у кого-то, хороший образ. Представьте себе, что вы играете в шахматы с человеком, который феноменально знает шахматы, супер шахматист. Он знает все ваши ходы, которые вы сделаете по необходимости. Ну и действительно, кто играет в шахматы, тот понимает, о чем я говорю. Существуют различные ловушки, да, которые хочешь не хочешь, а попадешь. Да? Вот, различные гамбиты и прочее. Различные алгоритмы решения. Вот человек, который прекрасно играет в шахматы, он знает уже все, чем закончится партия. Ваша партия закончится определенным образом. Он это знает. Но вы об этом не знаете. И вы в данный момент, здесь и сейчас, беря ту или иную фигуру, полностью несете ответственность за то, что вы делаете. Вы испытываете радость или огорчение. Вы живете этой игрой. Вы живете во всей полноте в этом самом моменте игры. Вы не знаете, потому что человеческое сознание, оно, безусловно, временное сознание. Или временное сознание. Оно в этом смысле не мыслит категориями вечности. Оно хочет мыслить категориями вечности. Помните, я рассказывал про этот автомобиль? Да, оно стремится к тому, чтобы расширить свои перспективы, потому что в нем заложено это, светоносность. Это образ и подобие Божие, безусловно. Но в силу, опять же, вот, и тварной своей природы, и тех событий, которые произошли с искажением этой природы, все привело к тому, что человек сиюминутен, атомарен, что он не может видеть дальше кончика собственного носа. Отсюда возникают эти все проблемы. И здесь, конечно, тема промысла Божьего, тема вот этих событий ветхозаветных, они играют очень важную роль. И вот эта тема, и, безусловно, если мы с точки зрения промысла, с точки зрения той цели причины будем читать эти все трагические события, которые происходят в Ветхом Завете, то, оказывается, все становится ясно. Оказывается, что вся та жестокость, которая была определена человеческим, безусловно, она еще и имела некий промыслительный характер. Пропедевтический характер, если хотите. Вот поэтому здесь одно другому не мешает. Фатальный характер и свобода воли, они великолепно друг с другом уживаются. Вот так бы, в таком антиномичном стиле я бы вам ответил. Спасибо. Спасибо, Ваше Матвей. Спасибо вам.